молодец, задачу выполнила. Система, схема наша работает. Фронт-кигом встречала, ручки добавляла. Два прямых, левый прямо, правый сбоку, все заходило. В первом раунде отсчитали в серединке. В конце первого раунда тренер отказался от продолжения боя. Уже она была никакая, правильно сделал. Уже соперница просто плыла. Ну, как бы скажем, ошибка была с ее стороны. Она решила взять Настю наскоком. Хотела за первые 20 секунд ее положить. Накинулась. Такие серии было. 30-ударные убила. Настя молодец, не растерялась. В этот раз уже шлем не поправляла посредине боя. Ничего не делала, не отвлекалась. Молодец. Все-таки опыт — это большое дело. Прошлые соревнования нам дали свои ошибки. Мы их учли. И чемпион Украины досрочно нокаутом. Поэтому молодчинка. Удачи нам завтра с Данилом. Онлайн-курс от новичка до воина Муай-Тай за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Муай-Тай. Ссылка в описании под видео.